В минувшие выходные стартовала мужская волейбольная суперлига. Петербургский «Зенит» в первом туре на своем паркете принимал «Югру» «Самотлор». Для Томаса Самилво это был дебютный официальный матч в роли главного тренера «Сине-бело-голубых». Финский специалист постарался сразу же показать многочисленным зрителям, пришедшим на Сибур-арену, «Зенит» будет играть с максимальной концентрацией от первой до последней минуты. Добавим к этому отличный блок и подачи, и на выходе получим зрелищную команду, за которой приятно наблюдать. Конечно, не обошлось без небольших ошибок, но в целом первый матч прошел почти идеально. Выделялись на паркете не только результативностью, но и лидерскими качествами Георг Грозер и Орел Камеха. На двоих они набрали 33 балла. Югра Самотлор не смогла выбить больше 17 очков ни в одной партии, а итоговые плюс 28 – самая крупная разница в счете в истории нашего клуба. 3-0 – «Зенит» начинает сезон с разгромной победы. Идеально у нас это слово perfect нету. Это не должно быть так, потому что значит, что нету идеального человека, нету идеального волейболиста, нету ничего идеального, нету никогда. И тоже довольны, мы вместе переживаем поражение, выиграем вместе, и это всегда так. Я рад, что мы играли ровно, ровная игра, но есть очень много над чем работать. В среду в рамках второго тура чемпионата России «Зенит» на своем паркете примет «Газпром» «Югру».